Всем привет! Друзья, сегодня я покажу вам, как из старого ножа можно сделать крутую самоделку. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну, я уже начал. Сталь классная, простое сверло не возьмет, так что мы попробуем это все сделать дедовским способом. Ручку я сделал с ножки от старого стула. Дерево добротное, не раскисает, и с ним отлично работать.
А этот кабель со свинцовой оболочкой. Я думаю, не все это знают. Раньше были и такие. Я вам показал некоторые операции, которые можно делать таким ножом, а еще можно им пользоваться как чертилкой, резать итинакс, текстолит, пользоваться как садовыми ножницами и многое другое. Ну что ж, друзья, я буду заканчивать.